В 2021 году борщевик выявлен более чем на 7 тысячах земельных участков Подмосковья. Административными комиссиями обработано около 5 тысяч протоколов осмотров земельного контроля, по результатам которых вынесены штрафы. Наибольшее количество взысканий за отсутствие мер по борьбе с борщевиком получили владельцы частных наделов в соседнем Русском городском округе – более 127,5 миллионов рублей. В Одинцовском округе сумма штрафов составила 9 миллионов.